Это богом забытый край. Это город, который был создан для того, чтобы там люди, можно сказать, погибали, что ли. Это город-лагерь. Так был устроен когда-то товарищем Сталиным, отцом народов, который хотел уничтожить массу людей. Так он и сделал. Там все погибли, не считая латышей, и русские, и украинцы, и немцы, и поляки, и да все, белорусы, и шведы там были, говорят, все. В общем, вся Игарка же окружена лагерями. Говорят, летом растут ромашки, мне кто-то сказал, много ромашек есть, да? Да. Есть, да. Она так любила ромашки. Самые любимые цветы были, это кумины, это полевые ромашки. Они, говорят, мне напоминают солнце и мою родину, так всегда говорила моя мама. Добрый, хоть чуть-чуть сильно. Граблей, ничего здесь у меня нет. Ой, какой же ты. Она говорила, я хочу лежать там, чтобы вот раньше этих не было ничего, говорит, чтобы было небо голубое, говорит, чтобы травка зеленая и птички летали, и как раз вот чайки летят все время на эту самую на свалку, и так курлычет. Моя лаймая зелень, ее все любили, когда она была, пришли хоронить, ой, так много пришло людей, литовцы, немцы, русские, украинцы. Это говорит лаймя, та, которая всегда улыбалась, которая столько в жизни перенесла ужасных, серьезных потрясений. Ай, не хочу говорить, тяжело. Она очень много читала, любила музыку, меня приучала к этому страшно. У нас только было одно радио, она классическая музыка. Слушай, ты Чайковский. Я даже ваше радио помню, это абажур. Это круглое еще такое, знаете, когда военное. У нас это радио было до 70-го года висело. И вот это радио мы слушали с ней. Послушай, это Чайковский, это Бизе. Кармен, это ария такая-то, это Пучини, это Лен Ковалы, Рилы, паяцца пела мне. Ой, мамочка играла. Сейчас уеду и больше, наверное, никогда уже сюда не приеду, точно уже. Не увижу больше.
Сережа, если когда что-то будешь, что-то поправишь, там что-то сделаешь, да? Да я каждый год захожу сюда. Пока ты здесь еще живешь. Вот друзья еще есть, еще ходят. А потом уже я не знаю, что. Потом уже. Латвии. Вот. Ты наш. Латвитис. Вот. Лабдин. Лабдин. Маму сослали в 40-м, как я знаю по ее рассказам. И как маму звали? Стефа Павловна. Стефа Павловна. И фамилия? Фамилия вот Тау. Вот у нее фамилия Тауринис, а у меня фамилия Тауринис. Просто брат был вообще Тауринс. Просто как-то мы это по паспортам были это переделаны там. В 10 лет я познал, что такое голод. Это было 65-й год. Мать парализовала, она лежала. Я приходил, как сказать тебе честно, приходил это, просил, я говорю, мама, я кушать хочу. Вот она мне даст 3 рубля, тогда это были деньги. Вот пойду, куплю это, гороху, банку тушенки, вот такую кастрюлю наварю, печку натоплю, и вот как говорится, на неделю мне хватало. А потом брат, я когда ему телеграмму дал, что мать парализованная, что я голодный, его с армии отпустили. Он приехал ненадолго, побыл здесь. И все, в 13 лет я уже пошел работать. Попсикованно свой вас. Так что, дружочек мой, тебе сегодня не похмелиться. Все. Нет, почему? Меня 2 часа ждут.
если я здесь 75 километров от Игарки только родился. Вау, кстати, у мамы моей, ее мама, моя бабушка там похоронена. Мы как приезжали на лодке, она постоянно на ее могилку падала и всегда плакала. Там ягоды очень много. Ну это по молодости. К маме сходишь на могилку? Обязательно. Даже завтра. И отпас от наших, как говорится, латышей. Все это поставлю и налью бальзаму на могилку. Вот. Не могу аж. Все-таки, как сказать, что-то все-таки кровное, ну тянет туда, но уехать не могу. Надюша, иди сюда. Ведь через несколько минут, как говорится. Ну, до свидания. Главное, брось пить. Уж мне не так сильно, да? Ладно, Надюша. Да, мне хорошо. Ты должен все-таки себя как-то поднять, нельзя так опускаться. Не надо. Хоть я и одинок, я тоже, в принципе, одинока, но я так же... Ты же сказала, что не запустилась. Так нельзя себя все равно опускать. Не пей. Вот не будешь пить, если будет иначе, то точно будет. Это фиолетом. Ну ладно, все, пока. Ладно. Счастливо, всего доброго. До свидания. Привет, до свидания.